Конкурс школьных документальных фильмов на патриотическую тематику прошел в Тверской гимназии номер 12. Это мероприятие состоялось в первый раз и сразу же получило статус международного. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Идея снимать и монтировать небольшие фильмы на патриотическую тематику появилась в 12-й гимназии с легкой руки известного тверского тележурналиста Андрея Ульянова. Он же оказывает школьникам всю необходимую методологическую помощь. Работ становилось все больше, поэтому в этом году решили провести фестиваль. Сегодня мы подводим итог нашей большой работы. Я очень надеюсь, что этот фестиваль будет очень значим в военно-патриотическом воспитании, и он будет иметь очень большой резонанс среди учащихся, родителей, жителей нашего города. Помимо учеников 12-й гимназии, в первом фестивале под названием «Я родом из Твери» приняли участие коллективы 53-й, 34-й, а также епархиальной православной школы. Кроме того, свою работу привезли и белорусские коллеги из Оршанского района, который имеет славную ратную историю. Под Оршей долгое время стояла армия, долгое время оборонялась от фашистов. Вот. И, наверное, Орша и славится, вошла в историю именно вот военного времени своими героями, именами великими, Флёров. Первый залп «Катюши» был именно у нас в Орше. У нас есть памятник этому. «Катюша на берегу Днепра». Среди тем, которым посвящены работы учеников, подвиги не только времен Великой Отечественной войны, но и Средневековья. В частности, мученическая гибель в Орде Михаила Тверского. В ходе создания фильмов школьники получают массу полезных навыков, убеждены гости фестиваля. Это и умение держаться в кадре, и умение работать в специальных приложениях, умение работать с информацией и рассказать зрителю свою историю. Историю, которая была бы правдива, интересна. В ходе церемонии открытия с приветственным словом к школьникам обратился и главный редактор медиахолдинга «Тверской проспект», который отметил важность проведения фестиваля. Когда ребята интересуются своим краем, то они стремятся как можно больше узнать его историю. Чем больше они узнают историю родного края, людей, прославивших его, тем больше они любят свой край, тем больше любят они свою историю. И, конечно, этот проект – это замечательное вот дополнение и развитие именно вот этого направления. Что касается победителей, то их в ходе этого фестиваля решили не выявлять, так как если ученик искренне интересуется историей своего края, это уже победа.